Восьмой раз они собрались вместе, работники культуры городского округа Щелково. Объединившись в команду, они приветствуют друг друга в майский солнечный день в лагере «Юнармеец». В этой бешеной гонке, в этой круговерти дел, трудностей, нерешаемых и решаемых задач мы с вами находим один день в году, когда выбираемся сюда, на прекрасную территорию детского оздоровительного лагеря «Юнармеец». Открытие получилось по-настоящему ярким. Памятными значками ветеран комсомола Щелковского района наградили работников культуры, людей, которые отдают себя работе в этой сфере не одно десятилетие. Участники слета – люди, как известно, творческие и активные. Вот и программу для них подготовили весьма интересную. Различные конкурсы, выступления, квесты. Скучать здесь точно не придется. Сам же праздник подготовили коллективы Щелковского театрально-концертного центра и Медвежьеозерского дома культуры. И вот команды в сборе и готовы приступить к конкурсам. Самые яркие, самые крутые, самые веселые. Мы сюда собираем афиши, но для этого нам нужно пройти ряд очень сложных задач. Но у нас самая крутая команда, и мы уверены, что у нас все получится. Теперь мы раз. Им на месте не сидится. Для работников культуры каждый слет – это праздник души, где они все вместе на один день погружаются в удивительную атмосферу, заряжаясь настроением на целый год до следующего слета. Анна Бальет, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».